Меня может не встать, тебя может не быть невозможно. Любить и ждать, и не пить. Проснись, сын мой! Кстати, смотрели, как бегут поезда, увозя за собой. На! Че? Где? Где я? Че такое? Это че? Да в смысле? Это как? Так это не сон. Сэр. Вот ваши цветы для завтрака, сэр. Ваш завтрак, сэр. Ваш второй завтрак, сэр. Вот еще ваш завтрак, сэр. И еще помажьте руки. Или... Не-не-не-не, я так бы... Чай, сахар, чай, сахар, чай, сахар. Можно предложить конфетки. Чай, сахар, чай, сахар. Уберите стол от меня. Спасибо. Чё ты откроешь на полисе? Опа-на! Ох, чё-то... тяжёлое. Ваша туалетная бумага, сэр. Куда ты? Ладно. Упс, засорян. Ой. Извините, не буду вам мешать. Ой, ваше полотенце, если что? Будете мыться. Да. Уберите от меня эти полотенца! Сейчас уже это все... туалету... Пошла! Ой, хорошо! Ох, хорошо! Это что такое? Сегодня, сэр. Да я сам оденусь как-то. Давай, дуй. Это ваша девочка для меляков. Ну как, он все красивый, но что, ну не так же сразу-то. Опа! Сейчас телек посмотрим. Здравствуйте. Сегодня делали растяжки. Погода сегодня прекрасная. 26 градусов. Да пауз, бау, бау. Да что такое? Это же мой телевизор, сэр. Я ваш личный тренер по брейк-дансу. Сегодня мы будем изучать топ-рок. Не хочу топ-рок, хочу пауэр-мув. Давайте пауэр-мув тогда. Что ж за тренера-то такие? И теперь перед тобой открыт весь мир, но он уже не так интересен. Не так интересен финал, как дорога к нему. Цените каждый момент вашей жизни, ведь такого у вас больше не будет. Богачом быть хорошо, но это настоящий я.